Обожаю. Здравствуйте, как вас зовут? Алена. Лена? Алена. Алена, я Виктор, очень приятно. Какое место вы обожаете? Ну, у меня любимая часть города, она не прогулочная особо, то есть это улица Куйбышева. Куйбышева? Да, начиная от пивзавода, вот, где монумент. А, ЦСКА, здесь да, стоит этот железный чучок. Да, начиная оттуда, вот я еду на машине ночью до площади революции и вот так телефон. Мне все это можно. Угу. То есть она подчеркивает душу города, да? На мосте, да. Окей. Набережная, я равнодушна. Так, все. А какое место самое необычное, креативное? Ну, я слышал, что Станкозавод. А что-нибудь еще? Ну, Станкозавод или Станкозавод? Ой, Станкозавод, да? Станкозавод. Смотря какие ощущения вы хотите получить. Как бы на металлурге тоже необычно. О, что-то новенькое. Металлург. Это что такое? Гетто. Как? Гетто. А, да? То есть там живут, типа, нигеры вместе? Ну, и ходят вот так. Прикольно. Вот, не, я туда не пойду. Не стоит. Но можно прочувствовать душу города, да? 100%. Окей, так. Ну, у нас же как идет, у нас есть старая часть города, есть новая часть города. Старая — это вот Куйбышева, там старые постройки, памятники и так далее. А тут уже более современный город. Как бы и на арену стоит съездить, там построили стадион перед футболом. Чемпионатами. А, которые разваливаются, типа, да? Нет. Нет? А, ладно, что-то такое. У нас очень много красоты за городом. В центре? Нет, за городом. А, за городом. Красная Глинка. Это... Жигулевский город, да? Там безумно красиво. Я вот на вот колесе обозрения поднимался сейчас. Я видел эти горы, да? Понял. А какой бы район в городе вы переименовали? Или улица? Какая не нравится? Карла Маркса. А, типа с коммунизмом все? Нет, там просто длинная линия. Окей. Нет, там подпись. Ага.